Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Сегодня я получил очередную посылочку с сайта AliExpress. Трек не отслеживался, поэтому я не знаю, что здесь есть. Сейчас вскроем и посмотрим. Так все упаковано. Я думаю, здесь лампочки для сына, для его машины. Я так предполагаю. Потому что посылочка мягкая. Вот, упаковываю. Нет этого слоев такого-то утеплителя. Так, что же здесь есть? Ага, светодиодные лампы. Светодиодные лампы. По-моему, так. Недорогие. Здесь у нас стоит намного дороже. Машина у меня Peugeot 408. Ага. Ай, уронил. Вот такие вот лампочки. 10 лампочек. Все целые. Или это не светодиодные лампочки? Но сейчас я вам скажу точно, что за лампы. Вот такая вот кучка лампочек. Так вот, это не светодиодные, а галогеновые лампочки. Галогенки брал за 115 рублей. А сейчас они стоят подешевле. Так вот, 10 галогеновых лампочек всего лишь за 76 рублей. 12 вольт, 5 ватт. Я заказывал для сына, он знает, лампочки часто летят, и у нас совершенно другая цена. В России вы за такую цену никогда не купите. Так что ссылочку оставлю на лампы под видео. Кому надо, заказывайте. Оставлю ссылочку вам на EPN кэшбэк, чтобы вы могли возвращать часть денежных средств своих покупок от 7%. Получили товар, подтвердили, и 7% вам вернулось обратно. От 7% это минимальная цена. Оставлю вам ссылочку на партнерку EPN, чтобы вы могли зарабатывать, размещая партнерские ссылки на своих сайтах, соцсетях, блогах и тому подобное. И зарабатывали на этом небольшие денежки от 8,5%. Кого заинтересует, присоединяйтесь. Вот такие вот лампочки. 10 штучек. 10 штучек. Кому надо, заказывайте. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам.